Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лилия Читрару устроила разборки с Полиной Лобановой, которые лишь чудом не закончились потасовкой. Она зашла в комнату Захарьяша и Читрару, чтобы посмотреть диван, пока не было хозяев комнаты. Это самоуправство и взбесило Лилию. Фил Костробов был замечен в романтической переписке с ведущей Дома-2 Катей Жужей. Немногие рады за эту пару, Жужу обвинили в распутстве, ведь за короткий период времени она перебрала уже так много мужчин. Проект покинул Ярослав Чертков. Он сам пришел к выводу, что пора домой. Парень утверждает, что на Доме-2 нет сценария, там реальная жизнь. Татьяне Графовой понравился новенький Виталий Альперович. Она пишет, что он искренний, верный, всегда за правду. Его спокойствию еще нужно поучиться. Бабушка Юлии Ефременковой Алевтина Андреевна, которую она называет мамой, заговорила об откровенных съемках Юли, которые недавно всплыли в сети. В то время женщине нужны были деньги на операцию, и Юлия решилась на это, чтобы спасти ей жизнь. Алевтина Андреевна не знала об этом, а теперь не спит ночами, ей очень неприятно. Она просит простить ее дочь за сделанное. Татьяна Африкантова проанонсировала предстоящее ток-шоу, которое будет посвящено ее дочери. В эфире оно будет через неделю. «Все было очень жестко», – пишет она, – «пришли все бывшие Марины, даже Егор Халявин и Чуев». Концерт Ольги Бузовой в Минске прошел с большим успехом. Алексей Чайчиц приехал к любимой ведущей на концерт по традиции с большим букетом роз. Саша Артемова и Женя Кузин задумались о венчании. Она интересуется у своих подписчиков мнением, стоит ли им венчаться. Марина Тристановна Абрамсон мечтает стать актрисой. Она побывала на кастинге в один из сериалов на ТНТ, теперь ждет результат. В сети появилось случайное фото Элины Камерен, и теперь понятно, почему в своем микроблоге она избегает снимков крупным планом. Оказывается, ринопластика не пошла Элине на пользу. Наоборот, Элина теперь выглядит как старуха. В сети появилась фотография Романа Капаклы, которая была сделана в 2012 году. На снимке он со своей мамой. Этот снимок доказывает то, что Роме действительно исполнилось 19, а не 27, как утверждает мама Марины Африкантовой. Новенький участник Кирилл Щетинин понравился Ольге Рапунцель. Он дарит ей цветы, приносит завтраки в постели, даже массирует Рапунцель пяточки. И самое главное, он не реагирует на насмешки участников, что очень нравится Рапунцель. Денис Ковалев опубликовал видео с очередной вечеринки на острове. Жаркие танцы Тани Мусульбес и Маргариты Овсянниковой, которые, похоже, были изрядно пьяны, закончились страстным поцелуем. Похоже, что для Тани ситуация была в новинку, а Марго вела себя настойчиво и раскованно. После этого по сети пошли слухи о ее нетрадиционной ориентации. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.